Покажите крест и фонарь. Прямо не буду. Прошу прощения, моя техника. Что, в воду залазите? А ведь? Не надо мне твой свет. Так, а там не будет камера, она не снимает. А? Там не будет, это камера. Это просто снимает. Вот этот свет я боюсь. Мы еще такие маленькие, будет она. Будут ходить, освещать вот эти маленькие. Ну, кому-то я. Кстати, руку пройдет. Куда направить?
Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Помилися, помира, благословение Святой Божьей Церкви, спасение их Господу помолимся. Господу помолимся. Господи, помилуй. О православном епископ Всероссийской Церкви, Господи наше Высокопреосвященнейшее митрополите Ларионе, и все его Христе братья наши, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благословенном наши родители, православным людям и владельцам Всероссийной сущих от спасения, Господу помолимся. Господи, помилуй. Уеже, святи в Одессе, силой действием на этим Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Божье, благодать, избавление, благословение Орданову, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, прийти на воду переосвященному, пресвященному Твое Сиденство, Господу помолимся. Разум и богатейство на этим Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Если по закате, это на века Господу помолимся. Господи, помилуй. По старте не крещаемым, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Святые наследники вечных благ, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Одежду крещения, обращения Духа нестерное, непорочное, администрации Христа Бога нашего, Господу помолимся. Прежде быть им в Одессе, и баню покипыть, освобождение грехов, и одежды нетления, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помолимся. Поеже избавитесь им же нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувшие сами Тебе, друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. Благоутробный, милостивый Божий, стезуя черта и утроба и тайна человеческая, веда един. Ибо есть вещи явлена пред Тобой, на вся нагая, обнажена пред очима Твоим, и веды, и живем мне. И не мерзище меня, ниже лица Твоего отвратишь от меня, но прежде мое прегрешение в счастье, презирая человека в грехи, покаяние, а мы мою скверну телесную, скверну душевную, и вся гоме освети, всесовершенную силою Твоей невидимую десницей духовную. Да не свободу иным возвещая, и сию подавая верою совершенную, Твоего неизвещенного человеколюбия, сам, яко раб греха, не искусен буду. Ни владыка, иди не благие, человеколюбивый, да не возвращусь и смиренно, не спаси мне силу с высоты, и укрепи меня в службе принадлежащего Твоего таинства, великого и пренебесного, и вообрази Христа Твоего, хотящих, паки родитесь от моим окаянством, и назидай их на основании апостол и пророк Твоих. И да не зложишь, но насади насаждение истинного святейства и соборной апостольской церкви. И да не отвергнешь, я когда приспевающий им во благочестии славится и тем все святое имя Твоего Отца Сына и Святаго Духа ныне присно и во веки веков. Велись, Господи, и чудо дела Твои, и едино же Слово довольно будем спели чудес Твоих. Велись, Господи, и чудо дела Твоя, и едино же Слово довольно будем спели чудес Твоих. Велись, Господи, и чудо дела Твоя, и едино же Слово довольно будем спели чудес Твоих. Ибо Ты по Твоей воле...
Ты на водах утвердил землю, ты оградил песком море, ты для дыхания живущих изъявил воздух. Для дыхания живущих изъявил воздух, тебе служит ангельские силы, тебе поклоняются собора ангелов, ты окружен стоящими и летающими многоситыми сурвимы, шлепатами, серафимами, прикрывающими страхи от твоей неприступной славы и такты, будучи неограниченными, выходящими небесами Бога пришел на землю. Я принял образ раба, девушку человека, ибо ты, милосердный владыка, по своей милости, не мог без сострадания винить мутным идеалом человеческий род, поэтому пришел и спас нас, и стал пойти и вступил в душу человека, и соскрепить своим рождением детственное чрево, то мы исповедуем твою благодать, проповедуем милость, и скрываем твои благодеяния, и все творения, воспевая тебя, явиться за всем, ибо ты, Бог наш, ты присел на землю и жил с людьми, и ты, пославший с неба святаго, твою духа осветил и отдал все свободы. Ты сокрушил голову земельцам змеев, чтобы человеколюбца царю приезди и низем святаго твою духа, освети воду сию. Чтобы человеколюбца царю приезди и низем наитим святаго твою духа, освети воду сию. Чтобы человеколюбца царю приезди и ныне наитим святаго твою духа, освети воду сию. Дару ей спасительную благодать. Благословение данного сделаю источником бессмертия, даром освящения для прощения грехов и исцеления от болезней, исполнено ангельским могуществом, недоступным для дьявольской силы на гибель демонов, да исчезнут из нее вредящие твоему созданию, так как я призвал дивное и славное и страшное дьяволу имя твое. Да сокрушаться по знанию образа Христа твоя вся сопротивная сила. Да сокрушаться по знанию образа Христа твоя вся сопротивная сила. Да сокрушаться по знанию образа Христа твоя вся сопротивная сила. Молимся тебе, Господи, да отступит от нас все воздушные скрытые призраки, не доявится в этой воде мрачный демон, и не сойдет скрещающимися лукавый дух, обращающий разум и смущающие помыслы. Но ты, владыка всех, яви эту воду водой избавления, водой освящения, очищения плоти и духа освобождения от уз, прощения прегрешений, просвещения душ, баню возрождения, обновления духа, даром усыновления, одежды нетления, источником жизни, ибо ты сказал, Господи, омойтесь и очиститесь, удалите злые деяния от душ ваших. И ты свыше даровал нам возрождение от воды и духа. Яви же, Господи, в этой воде, и дай переродиться в ней крещаемым, чтобы они, сняв себя ветхого человека, разливающего от польстительных похотей, облеклись в нового, обновляемого по твоему создателю образу, чтобы они в крещении, сделавшись участниками твоей смерти, явились бы общниками твоего воскресения, чтобы, сохранив дар святаго твоего духа и возрастив залог благодати, они приняли почесть небесного звания и присоединились первенцам, написанным на небесах у тебя Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И по тебе принадлежит слава, честь и поклонение вместе с обезначальным твоим Отцем и Пресвятым, благим и житворящим твоим Духом, ныне присно и во веки веков. На лодку уже садиться. Да мне берег. Кто управлять тут будет? А кто управлять будет? Надо управлять отдельно уже. Не Пупков. Пупков, сади. Сейчас.
вперед проходи до лодки, от лодки прям снимай с лодки. Ага. Ступай ближе. Вот. Да. Вы там как-то это все. Я там не мешайтесь. С воды выходить. Сестры, там пока остановитесь. А то здесь узко, потом мне разойтись. Кричаем, уйдет когда отсюда, тогда пройдете. Еще быстрее. Веруешь в Господа Иисуса Христа, что Он твой Спаситель? Верую. Поверю твоей. Крещается раб Божий Сергий во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Может быть, он туда вам подходит, Кирюш? Или нет? Ну, нормально вам. Друга-то не загорает. Разулся бы, снял бы. Это подвернул бы. Приготовиться надо заранее. Вы друг друга фотографируете. Так, а где еще там? Катерину-то сюда проводите. Так, давайте, сходи. Потихонечку. Потихонечку. Ты стой там, пока стой там. Вы снимайте подружение. Подружаемся, Миша, ты Миша. Хорошо, чтобы я не давился. Да. Веришь в Господа Иисуса Христа, что Он твой Спаситель? Верю. Поверю твоей, буду крестить. Крещается раба Божия Христина во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Так, веришь, что Господь Иисус Христос твой Спаситель? Да. Поверить твою буду крестить. Крещается раба Божия Татьяна. Хорошо, присаживайся. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Аминь. Христа и во веки веков. Веришь, что Господь Иисус Христос твой Спаситель? Верю. Поверю, как буду крестить. Крещается раба Божия Екатерина во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Ну, кто еще? Все?
требник, который лежит 31-й псалом. Андрей. Андрюша, надо было двумя камерами. Бери вторую камеру. Прямо там наружу у меня требник. Мне сейчас скоро камеру. Скоро голубь закрыть. 31-й псалом. Нам с берега снимать надо было. Там неудобно. Сразу после крещения там идет. Перед Евангелием. Там где Евангелие, перед Евангелием. После Евангелия. Перед Евангелием. Блажен кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Понятно. Когда я молчал, отвечали кости мои от седневного стенания моего, ибо день и ночь тяготила надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял от меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда развитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостью и избавление меня. Разумный тебя, падай, брат, сиди, спокойно. Буду руководить тебя, око мое над тобою, не будьте как вонь, как мысленный, которые следует, что нужно обуздать их твоими делами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей не пестилому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь праведные, также чуйте все правые сердца. Когда он выходит из палатки, все зафиксировано, как батюшка. Блажен, кому отпущены беззаконие, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, отвершали кости мои от седневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник, и во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюстью нужно обуздывать уздой и делами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердца. Блажен, кому отпущены беззаконие, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от седневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху.
Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою делами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестиво, но а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердце. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смертью укрестились. И так мы погребились с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха,
Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Мир тебе, сущему, и духове твоему. Премудрость прости, услышимся так Евангелия. Мир всем. И духове твоему. От Матфея святаго Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помним, 11 учеников же пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему. И иные усомнились, и приблизив Иисус, сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча и соблюдая все, что повелел вам. И сие с вами во все дни до скончания века. Аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тебя, все услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о православном епископе Российской Церкви, Господине нашем Высокопреосвященнейшем, митрополите Ларионе и всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о многострадальной стране нашей российской и православных людях ее, в Отечестве, в России несущих о спасении. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении и оставлении грехов рабов Божиих, всех здесь предстоящих и молящихся, и о всех заповедах, что нам недостойны, молитесь о них. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о новопросвященных рабов Божиих Сергии, Татьяне, Христине и Екатерине, воеже сохранитесь им в вере чистого исповедования во всяком благочестии и исполнении заповедей Христовых во все дни жизни их. Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человеколюбец Бог есть, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Подашь, Господи, мир на житие, здравие во всем благое посвящение новопросвященным рабом Твоим Сергию, Татьяне, Христине, Екатерине и всем здесь предстоящим и молящимся, и сохрани их на многое лето. Соберемся, все друженько идем обратно крестным ходом.
Вот смотрите внимательно. В Священном Писании упоминаются разные травы и разные деревья. И есть такие, которые у меня в руках. Но если положительно говорится о лилии, то только положительно, отрицательно нет. Я даю то, что и положительно, и отрицательно. Что вы изберете? У вас выбор. Репей. Целебная. Из него где-то 18 блюд японцы готовят. Из корней, из всего, там ты никогда не узнаешь. Но он цепляется за все, что есть. И причина одна, чтобы семя распространить. У нас семя Слово Божие. Вот его скосишь, он следующего тут же вырастает быстро. Главное успеть сделать. Примерно на полметра. Встань на лавочку и говори. Ну это неудобно, высоко сильно перейти. Нет, нет, это глуховато, погромче. Ну ладно, пойдешь. Ну просили, я так встану. Так вот, маленько подержи, чтобы не рухнул. Репей распространяет своих детишек по свету. Он цепляется за все, за свой собачий хвост. И ты найди причины, где сказать о Боге. Совершенно невыносимая обстановка бывает. Ты расскажи о любимом Христе. Каждому дарю. Тем более вы это найдете везде. Это репей называется. Ну не цепляйтесь, как сектанты, а находите повод. Это положительное, я отрицательное. Второе. У нас очень много здесь растет полезное сердечное. Это знаете, как называется? Вкусный. Это медоносный. Он больше действует корня валерьяны. Полно. В Америке, в Японии специально земли под него отдают, чтобы было, чтобы ваша сердечная боль отзывалась на все, что совершается. Не только в Украине и в Сирии сегодня, а рядом стоящие. Боль принимать надо на себя. Иисус взял грехи мира на себя. И мы должны это же самое делать. Это вам напоминать будет второе. И третье, самое целебное, вот у нас лагерь 42 года. И я не нашел, что лучше лекарство, чем эта крапива звучит. Это самое целебное. Я тут внизу сделал, но не жгет уже. Крапива, она полезна, когда сок выжимает, лекарства готовят. Но особенно полезна для детей. И они это знают. И при том никакого перелома, ничего нет. Это массаж один где-то. Но результат потрясающий, как говорят. Я не употребляю это слово, просто для вашего лексикона сказать. Вот привозят, совершенно не слушают. Ни родители ничего не знают сделать. Только беру в руки это, все на место встало. И ни одного замечания нигде нету. Так что воспитывайте себя, в первую очередь. И тех, которые еще из вас духовные дети обратятся. Помогает она, да, Карпио? Очень. Богу нашему. Вот свидетель живой. Вот. Я свидетель, вот, правда, говорит, очень, подними. Подними. Очень хорошо, говорит, крапива мне помогла стать человеком. Это место, кстати. Ну скажи, правда, помогает она? Да. Помогает, вот, пожалуйста. 42 года мы пользуемся, и при том, когда начинает говорить, это там наказывают, это нельзя, винальная юстиция, приезжает прокуратура, пытается уголовные дела, ничего нигде нету, ни синяков нет, ничего. Им говорят, вас тут избивают, он говорит, нет, нас не избивают, нас наказывают, и при том за проступки. Библия говорит, не жалей розги, чтобы впоследствии утешаться, не смотри на его крики, не потворство его неразумие, он малый. Поэтому маленькое деревце привязывает к какому-то, чтобы оно росло, не ветром не валяло. Это вот новые души только обратились. Только что сегодня они стали христианами. Соглашенными выходить уже не будут. Говорили о чем вчера? Подумать о спорте, слишком много занимаешься. Воскресные никогда не пропускать богослужение и на занятиях всегда быть. То есть ты не восточными единоборствами занимаешься, но все же сильно увлечен этой борьбой. По голове бьют, значит мозги будут на бок. Чемпион мира по боксу говорит, я не могу на кухню дорогу найти. Против плоти и крови, а против духов. Да. Поднебесный. Это духовное. Вот я дал, что лекарство это. Вот это нужно тренироваться в этом. Храни вас Господь и всех, кто так, пришел. Так, все, идем к храму. Христос. Вот, ну, если не было, бывает. Давайте поздравим. Начинаем сейчас. Подожди. Катенька, ты здорово сделал, что приехал. Спасибо, Господи. Слава Богу. Слава Христу. Спасибо.
Может, понять? Вы это сейчас лоску оттуда пока. Пока что не будем работать. Попытайтесь вынести. Вытащить, до сюда вас положить. А потом дети придут, снова оттуда. Так. Хорошо, что приехал. Все, подайте мне воды. Как сам был, я вчера была. Они устали, спите. Возвращаться на полу. Так, ну что, идем, Толик, идешь в храм. Идем, все. Без тебя не можем двинуться. Тихо. Стой. Никто не идет. Все стоят. Еще крещаемые, не крещенные не построились. Равняйтесь смирно. Не построились. Построимся. Хоругви разверните. Нам передал. Thank you.
Чистое тело Твое, самое честное кровь Твоя. Молюсь, помилуй меня, прости меня вся прегрешение мое. Вольно, невольно, словно же делом же, ведение, неведение. Исподоб меня осужденно. Причаститься, причистить Твои таинства, оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайна неси, не Боже, причастником меня прими, не во врагом Твоим тайну поверь. Не лобзани Тебе, да мне каюда, но-ка разбойник исповедуй Тебя, помилуй меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или в осуждении будет мне причащение причистой Твоих тайн, новое исцеление души и тела. Аминь. Причастие – это тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Принимается в оставление грехов в жизнь вечную, в исцеление души и тела. Проходите. Если моя утром посорку съел. Я вчера предупреждал. Причисти тело и кровь Господа Бога Спаса нашего Христа причащается работать от яда. По оставлению грехов его. Спасибо.
причастники сюда подойдите, поблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, века неотъемлемого, грешного, общниками быть и святые Твои сподобил и сей. Благодарю Тебя, яко мне недостойного, причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобил и сей. Но, Владыка, человека любящий,